Всем добрый вечер, клуб «Петроградец». Сегодня работали, хотите показать продолжение работы над подостороннем захвате. Руки не висят, только сегодня два захвата. Да, вот, да. Я забираю захват, вот такой, а партнер убивает мой захват тем, что берет или здесь, или вот здесь. Да, и вот у меня мои захваты умерли, вот эти односторонние, они уже не рабочие. Здесь подключаем то, что мы уже показывали, срыв, сорвал, и контролирую его. Дальше что я делаю? Не броски, а мы сейчас делаем перевод в партер вниз, продолжая контролировать вот натянутый захват, левую руку приподнимаю, правую руку дергаю к себе за себя, ухожу вниз, продергиваю на себя и повисаю на нем. И перевел его вот сюда, на колешку. И очень важно держать рукой таким образом, чтобы у него рука была отключена. Вот сюда. Поставь руку на место. То есть вот отключаем руку. Это самое главное здесь. То есть я просто на руке повис. Захват. Он убил мой захват. Я выбираю свой. Сорвал. И отсюда движение вот такое. Оп. И сразу руку отключил. Здесь несколько вариантов просто перехода на контроль, да, переходом за голову контроль. Да. Два захвата, черт на него повесил. Сорвал отсюда. И продолжение, бью хорошо, забираю ручку бедрами таким образом, чтобы он не был бездвижен. Левой рукой помогаю, беру отворот, оттягиваю вот сюда. И правой рукой забираю максимально плотно. Вот таким образом. И потом просто выпрямляю руку и плечо к его плечу. Все вместе. Два захвата, да? О, я взял захват, он убил мой захват. Отсюда. Максимально натянуто все. Рука продолжает пока еще помогать. Перехватываю, забираю рукой и подушиваю. Чтобы не мешала его левая рука, я могу ее, в принципе, забрать вот отсюда. И отсюда накатываю вот сюда. Душу. Как вариант, подбив ноги еще. Все, взял захваты, по-моему, был захват. Одно и то же, да, когда ты сорвал. А теперь делаю то же самое перевод, но с подбивом ноги. Если партнер отсюда кувыркнулся, туда, бедра продолжают держать руку. Подтягиваю еще и продолжаю душить отсюда. С той стороны лучше. С той стороны. Душение. Что стойка, что партер одинаково. Колешка. Начинаем бороться. То же самое мы на колешках. Сбил его захват, ухожу в сторону, продергиваю. И то же самое. Если, допустим, не получается руку отключить, забираю кимоно. Отворот отсюда, переворачиваю вот сюда и начинаю здесь стандартного душения переходить. Не получается. Просто забираю ручку, шел вот сюда, отключено. И забираю. Или это забираю отворот. Вот сюда. И плечиком душу. Ну, на самом деле, вариантов очень много здесь. Самое главное, что мы свой захват, который прижали, мы его обыгрываем и приводим в нужное для нас положение. Всем удачи. Спасибо.